каждая минута на счету. Я это знаю не понаслышке, потому что я мама и корреспондент. И у меня есть вот такая замечательная маленькая девочка, которая очень любит ходить в детский садик красивой. Сейчас вам расскажу, как заплести быстро три прически, функциональные и простые. И нам понадобится вот такая расческа, которая не запутывает волосы и может распутать любой клок. Расческа с длинным тонким концом, которая поможет разделять волосы. И, конечно, резиночки и шпильки. Сначала будем заплетать прическу, которая называется зигзаг, а мы с Анечкой зовем ее змейка. Это простая французская коса, просто которая плетется по голове в виде зигзага. И начинаем плести от виска, делим волосы на три пряди и заплетаем вдоль линии роста волос. Заплетаем до ушка и потом заводим по голове, к следующему ушку плетем и потом вниз. Немного практики, косичка такая получается очень быстро. Змейка наша готова, можно оставить свободную косичку, либо заправить ее, заколоть при помощи шпилек. Анютка, ну как тебе такая прическа? Ну, красивая. Следующая прическа, которую мы покажем, это обычные французские две косички. Разделяем волосы пополам и начинаем плести. Главный секрет в том, чтобы брать прядки как можно мельче. Тогда прическа продержится весь день и даже ее хватит на дневной сон. Перекидываем прядь и подхватываем снизу другую. Перекидываем прядь и подхватываем снизу волосы свободные. Можно оставить косички как есть, вот так две, или собрать волосы, закрепить одной красивой заколкой или резинкой, и получится уже совсем другая прическа, похожая больше на праздничную. А косички распускаем. Следующую прическу заплетем при помощи вот таких резиночек. Не путай с резиночками для браслета, это специальные парикмахерские. И прическа будет из разряда железнобетонных, может продержаться несколько дней. Делим волосы на прядки и собираем резиночками. Тут важно, чтобы все волоски у нас попали. И соединяем с предыдущим хвостиком. Можно совместить приятное с полезным и поиграть с ребенком. Вот, допустим, поучить цвета. Какие цвета назови, пожалуйста. Желтый, розовый, зеленый. Вот и закончили мы нашу прическу. Да, она занимает немножечко больше времени, чем предыдущие две, но зато она продержится несколько дней. Самое главное, вот такие резиночки нужно потом не снимать с волос, а при помощи ножниц разрезать. И пусть хорошее настроение будет у вас и ваших детей. Ксения Серебренникова и Константин Шубкин заплетали косички маленькой Ане. Я устала.